Все вместе. Под руководством Шри Гуру и Вайшнавов мы пришли, совершаем Раджа Мандала Парикраму. Мы пришли в место, на которое называется Гокул Махаван. Го означает знание. Го означает коровы. Го означает гопы. Го означает гопи. Тот, кто Эгакула, она подобна цветку лотоса с тысячью лепестками. Эгакула — это центр этого цветка лотоса. Там, где Шри Кришна, находясь на Дабаване, родился из лона мамы Ишоды в этом месте. И эти игры длятся здесь вечно. Если бы Кришна не родился бы в этом месте, преданные бы не приходили в это место, чтобы получить даршан этого места. Здесь он являет множество игр, убивая Тагасуру, Бакасуру, Путану. И когда мы поем баджан «Нанда ки лала ки», «Джай Ананда лала ки», «Джай». Так, здесь множество, много жизней мы скитаемся, и наконец мы пришли в место рождения Шри Кришны. Это место самое возвышенное. Бхагаватам говорится, и тот, кто прославляет Бхагаватам, что Кришна родился в этом месте. И Бхагаватам говорится, что кто-то говорит из других, что Кришна родился в Матхуре, но нет, Кришна явился в Матхуре, но родился он в Гокул Махаване. Все наши ачарьи говорят об этом. Кришна был рожден в Гокул Махаване. Кто-то может совершать аскезы 10 тысяч лет и просить благословения. Итак, родители Кришны молились. Мы желаем сына, как подобного тебе. А Кришна подумал, но нет никого подобного, чем я, лучшего, чем я. Итак, перед Драном и Дроной Кришна принял их аскезы, и родился он из лона мамы Ишоды. А перед Васудевом и Девакой он явился в темнице и попросил Васудева Махараджа отнести его в Гокул Махаван. Поэтому в Матхуре он проявился в 16-летнем облике, четырьмя руками, со всем убранством, украшениями, оружием. И тогда, когда они взмолились, ему, пожалуйста, стань ребенком. Он попросил их отнести его в Гокул Махаван.
здесь злона и жмама и шода Кришна явился. Здесь ему перерезали пуповину. Здесь Нанда Баба принял обет. Я подарю 7 гор драгоценностей браманам. Поэтому в Раджабасе все говорят, что Кришна родился в Гокуле, потому что в Раджабасе все матери, они видели, были свидетелями, как у мамы Ишоды перерезали пуповину от Шри Кришны. И Кришна был связан пуповиной со своей мамой. Здесь была эта церемония обрезания пуповины после его рождения. Наш Шрила Гурудев говорил, любой в Раджабасе, он не принимает, что Кришна родился в Матхуре. Все не заявляют, что Кришна родился в Гокул Махаване. Каково доказательство этому? Есть это в Писаниях, что Кришна родился в Гокуле. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит. Чакраварти Такур упоминает в своем стихе. Как Кришна родился в Гокуле. И все гопи Враджа воспевали гопи Гиту. Что они говорят? Джанманавраджа. Джанманавраджа. Шастра Таттвахи. Джанманавраджа. Кришна родился в Гокуле. Гопи говорят. Все старшие отцы и матери, их Господь Брахма также воспевает. Ставы стути в этом стихе. Итак, Брахмаджи говорит, кто такой Шри Кришна? Тот, кто пасет коров, Нанда Баба, он пастух. И тот, кто рождается, Ананда Бабы, его сын Шри Кришна, и Брахма говорит в этом стихе, Гаргачарья пишет об этом. И Гаргачарья дал имя Кришне. Сам Гаргачарья говорит. О, Нанда Баба, Кришна, твой сын. Он явился как сын Васудева. И второе имя его Васудев, поэтому. Шрила Шукадев Госвами, когда он описывал рождение Шри Кришны, в первой шлоке он говорит, кто такой Кришна? Он сын Нанды Махараджа. Поэтому Кришна родился в Гокуле. Здесь мама Ишода родила 2 детей. Йога Майю, девочку, и самого Шри Кришну. Об этом говорится в Бхагаватам.
Итак, Ишода Майя родила двоих детей. Кришну и Йога Майя Деви. Итак, Шанкара говорит Парвати, что он говорит ей? Шанкара говорит Парвати, я вижу, закрываю свои глаза, как мама Ишода родила двух младенцев. Она родила самого Шри Кришну и Йога Майя Деви, девочку. И он говорит Парвати, так много, а одно за другой шлокой он цитирует, что Кришна родился в Гокуле. И Ананда Вриндавана Чампо. Прекрасное описание дня рождения Шри Кришны. У Пананды пятеро сыновей. У Пананда, Абхинанда, Сунанда, Нанда. Нанда, Нанда. Итак, когда у Нанды Бабы родился ребенок, под этого у него не было детей. Он был обеспокоен, как кто бы заботиться о моем царстве. И тогда на Икадаши он постился в Икадаши и желал сына. И когда он следовал Икадаши в этот день, рано утром, так Брахма Мухурта, он открыл свои глаза, и он видел сон. Он сказал Ишода Майя, ой, Ишода, я видел прекрасный сон. Я видел, на твоих коленях был, лежал прекрасный мальчик. Он сиял, пил твое грудное молоко, и молоко стекало из его рта. Мама Ишода сказала. А мне приснился сон, как маленький мальчик зовет, о, мама, 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 дай мне молока. Итак, когда мама Ишода родила Кришну в своей комнате, все в Раджабасе были очень счастливы. Здесь она родила Шри Кришну. И когда Кришна родился в этом месте, весь брат засиял и наполнился счастьем. Врач появил, были новости, Кана родился у Нанды Бамы Ишоды Майи. Все стали нести свои дары и праздновать, и стали кричать «Бадайо-хо! Бадайо-хо!» Итак, в Раджавасе говорят «Бадайо! Бадайо!» Таким образом, они благословляли сына Нанды Бамы и Ишоды Майи, этого новорожденного мальчика. Все были очень счастливы. Они праздновали этот фестиваль Кришны. Итак, мать Парвати и другие полубоги спустились на этот фестиваль дня рождения Шри Кришны на Джанмаштами. Итак, Парвати пришла со своими сыновьями Ганеши и Картикей. А все они просили пожертвования в этот день, потому что Нанда Баба и Ишода Майя раздавали много-много даров в этот день. Так Нанда Баба и Ишода Майя праздновали день рождения Кришны. Их дом был наполнен йогуртом, молоком. И все в Раджабасе. Они пели этот киртан.